Социальная сеть ВКонтакте запустила собственную первую коллекцию невзаимозаменяемых токенов NFT. Пользователи платформы теперь могут приобрести токен с изображением пса-маскота Криптоспоти за рубли в приложении соцсети. Первая коллекция включает в себя 8000 NFT, созданных вместе с цифровыми художниками Русланом Вяльцевым, Женей Зубковым и Мишей Либерти. Коллекция Криптоспоти создавалась на блокчейне Polygon, а сами NFT будут доступны в одном из совместимых с сетью кошельков, например, MetaMask. Раздача коллекции будет проходить в несколько этапов. Сперва предпродажа состоится для пользователей, у которых есть ранний доступ. Затем соцсеть проведет продажу в порядке живой очереди и через аукцион в чат-боте, на который будут выставлены три самых редких легендарных NFT. Токены будут доступны для покупки с 25 по 27 апреля.